Вот. Новый Toyota Prius. А что, помедленнее не было ничего? У вас все получается. Нет, медленнее. Мы должны ехать медленнее. Извините. 15 километров в час. В течение часа. И только после этого ускоряйтесь до 16. Извините, педаль очень острая. А через час до 17. Нет. Сейчас. Вы участвуете в международном забеге. Забеге. Который стартует одновременно во всем мире. 23 трассы на 6 континентах. Угу. С уникальными правилами, в котором бегут не к финишу, а от финиша. Это как? Финиш. Это финиш-автомобиль. Во всем мире в одно время начинается забег. Первыми стартуют участники. Тысячи людей. Представьте, я участник забега. Я бегу. Автомобили стоят. Я бегу, а вы стоите. И так полчаса. Затем все финиш-автомобили во всем мире в одно время начинают преследование. С начальной скоростью? 15 километров в час. Верно. И начинают догонять. Через час увеличивают скорость до 16 километров в час. Потом до 17. И так до 35. Тот, кого догнали последним, становится абсолютным победителем международного забега. У-ху! Круто. Я только одного не пойму. Почему догоняю я, а побеждает он? Потому что вы... Финиш. Не переживайте. Вы обязательно догоните их всех. Главное, медленнее. Вот. Вот так хорошо. Вот что значит правильный выбор техники.